ДТП в Виннице. Пассажирский автобус снес электроопору неподалеку от одной из остановок общественного транспорта. На тротуар ПАЗ вылетел после столкновения с другим автомобилем. Это произошло около 10:30 утра. От удара в автобусе вылетело лобовое стекло и одно из окон. Известно о 4 пострадавших пассажирах. Одного пришлось госпитализировать. Полиция выясняет, кто из водителей виноват. Известно, что машины двигались в одном направлении.